чтобы расцвела во дворе не только привычная мальва, но и яркие петунии разных оттенков, ромашки, а может и пышные розы. Жители 298 и 300 домов по улице Промышленности на собрании обсуждают, как благоустроить двор и разбить палисадник под окнами. Первым делом нужно огородить газон. Очень хочется, чтобы мы посадили цветы, но так как у нас много во дворе детей, они бегают по газону, и садить цветочки уже становится нереальным. Мы могли бы справиться с этой задачей, то есть облагородить, обустроить, посадить цветы, то есть сделать наш двор лучше. План благоустройства обсуждают с управляющим микрорайоном. Общественный совет микрорайона – связующее звено между жителями и властью. Управляющий выслушивает каждого и все предложения фиксирует. Потом с депутатами и представителями районной администрации будут работать по каждому пункту. Жильцы хотят принять решение, общедомовое решение, сделать опиловку деревьев, принять, опять же, где посадить цветочки, где посадить какие-то новые деревья, где огородить, куда машины, чтобы ставили. К озеленению и благоустройству дворов в советском районе повышенное внимание. Вовлечь в этот процесс стараются как можно больше жителей. От активности самих самарцев во многом зависит, будет ли двор комфортным и уютным. В решении актуальных проблем помогают депутаты. Мы определили приоритетные направления. Это в том числе установка новых малых форм, да, и ремонт того, что было. Поэтому сейчас это все выявляем и, естественно, за бюджетные деньги, в результате, в том числе, проведенного конкурса по лучшему озеленению, планируем обустраивать все дворы, без исключения, сначала тем, кто более активный. В этом микрорайоне контакт между горожанами и властью налажен, и результат налицо. Так, соседний двор уже как на картинке, весь в цвету. И красоту эту создали сами активисты. Они же организовали и интересный проект. Обмениваются семенами и саженцами самых красивых цветов и воплощают в жизнь идеи ландшафтного дизайна. В планах совместными усилиями общественных советов, жителей и властей такими же аккуратными и цветущими сделать все дворы. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.